Уважаемые представители народа Абаза, обращаюсь к вам с объяснением ситуации по поводу флага в моей машине. Я был на интернациональной свадьбе, затем один из ребят сел ко мне в машину. Потом, как выяснилось, достал грузинский флаг с окна. Без всякого сомнения могу сказать, что это была полностью бытовая ситуация. Вместе с тем я знаю, что Грузия для нашей Абхазии – это недружественная страна, которая до сих пор не подписала мирный договор. Я не уследил за этим моментом, когда в мою машину сели люди с грузинским флагом. Приношу свои искренние извинения всем тем, кому доставил боль и неприязнь. В первую очередь своему отцу и всему братскому народу Абхазии. Держу слово, что принесу еще пользу для Апсны и Абазашты.